победы, дорогие наши ветераны. Привет, меня зовут Виктор, я учительница творческого коллектива «Фантазия». Скоро вся страна будет отмечать великий праздник «День Победы». Наверное, каждому из нас хочется сказать спасибо ветеранам за мирное небо. И лучшая благодарность – это память о них. Сейчас я хотела бы рассказать стихотворение, посвященное к Дню Победы. Великий праздник, День Победы, отмечает вся страна. Надевают наши деды боевые ордена. И с утра зовут дорогу на торжественный парад. И задумчиво с порога с этим бабушки глядят. С вами был коллектив «Фантазия». Подписывайтесь на наш сайт. Следите за нами в социальных сетях. Сидите дома, берегите себя. Пока-пока!